Христофор Колумб называется. Много было вариантов начала, но из цензурных соображений осталось вот то, что осталось. А было когда-то, жил-был когда-то генуэзский еврей. Он на самом деле, да, говорят, был, да, генуэзский еврей. Да. Жил-был один генуэзский еврей, называвший своей родиной город Геную. И он больше всего на свете любил морскую стихию, седую и пенную. Среди генуэзцев он слыл бездельником, но он не хотел торопить событий. Он ждал, когда наступит время открыть эпоху великих географических открытий. Он утверждал, что земля кругла, и чернь потешалась над ним, как могла. И все это безропотно сносил наш герой. Но однажды он спросил, какой нынче год? Уж не 1492, настала пора открывать Америку, если я не путаю даты. И посмотрим, что вы тогда запоете, если я и впрямь открою Америку и не сообщу вам ее координаты. И Колумб собрался и поехал в Испанию призанять держонок у Фердинанда. Но король Фердинанд был изрядный жмот и сказал, что ему бы синицу в руки, а Америки в море ему не надо. И пока несолоно хлебнувший Колумб стоял у дворца, озираясь опасливо, он припомнил, что семейная жизнь Фердинанда, к счастью, сложилась не очень счастливо. А когда в супругах согласия нет и правящий дом скандалами славится, то идея, которую отвергает король, королеве должна непременно понравиться. И Колумб надушил носовой платок персиковым маслом и цитронеллой, и пошел побеседовать с Изабеллой. И она сказала: «Молодой человек, преклоните колени и будьте как дома. Не могу припомнить ваше лицо, но пахнет, как будто очень знакомо». И он понял, что дело идет на лад, и сказал королеве не без апломба: «Ваше Величество, я Колумб. По-испански я называюсь Колон, но зато по-итальянски зовусь Коломбо. Я, как бы подоступнее вам объяснить, адмирал Берд 15 века. Я нуждаюсь в финансовый адмирал Берд, Ричард Ивлин Берд, американский адмирал, знаменитый полярный исследователь. Примечание. Можно наличными, а можно в виде чека». И она, как и следовало ожидать, отнеслась с пониманием к его дерзновенности и сказала ему: «Вот мои сокровища». И при этом не имела в виду детей, как Корнелия, матушка братьев Графов. Изабелла была богаче Корнелии и дала Колумбу свои драгоценности. И Колумб сказал: «Покажите мне кто-нибудь, в какой стороне тут у вас закат, и я сей же час паруса подыму». И он поплыл и открыл Америку, и его посадили за это в тюрьму. Он томился в оковах мрачнее тучи, и Америка была названа в честь Веспуччи. И печальная судьба Христофора Колумба — урок всем школьникам и всем избирателям. Гораздо спокойнее быть популяризатором, чем незадачливым первооткрывателем. Дурацкое стихотворение, но я очень люблю.